Всем привет! Это анонс пятой серии шоу «Холостяк», 10 сезон, Украина. В этой серии будет 3 или 4 свидания. На первое групповое свидание «Холостяк» пригласил девушек еще в прошлой серии. Счастливицами стали Дана, Даша и Наташа. Девушки пойдут в аквапарк, будут кататься на водных горках, купаться в бассейне и бороться за внимание «Холостяка». Второе свидание будет у главного героя с Викой. Они будут разукрашивать друг друга аквагримом. Потом будут смывать его друг с друга. Вика сделает Максу массаж. Возможно, будет поцелуй. Вика получит розу. Далее из дома исчезнет Настя. Холостяк покатает ее по городу. Настя также вернется с розой. Еще одно свидание будет с Наташей. На групповом свидании сложно поговорить. А Холостяк очень хочет понять Наташу. Поэтому девушка пойдет еще на индивидуальное свидание, где будет с Холостяком купаться и целоваться. Придет Наташа со свидания счастливая, значит, тоже получит розу, но уже на церемонию роз. А может и не получит. Придя в дом, Наташа расскажет девушкам, что на свидании и целовалась, и обнималась. Это может очень не понравиться главному герою. Короче, уйдет или Наташа, или Аня. Почему Аня? Ани нет в следующих анонсах, как и Наташа. Но это лишь предположение. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого!